Больше всего жителей Новогорска на встрече с заместителем главы администрации городского округа Дмитрием Новиковым волновало уличное освещение. Фонари установлены, но не работают. Ночью, чтобы не упасть, приходится передвигаться, освещая себе путь мобильным телефоном. Есть проблемы и с ливневкой. Большая проблема у нас с ливневой канализацией. Мы стоим сейчас наверху, а внизу 4-го квартала. Перепад высот порядка 10 метров. И если вдруг прорывает канализационный люк сверху, и происходит весной таяние снега, дожди идут. Внизу по колено вода стоит. Пожаловались химчане и на состояние дорожного покрытия. Автомобилям приходится объезжать неровности, из-за чего возникают пробки. Направим людей для оцифровки ям на асфальтном покрытии на уличной дорожной сети. Все оцифрованные ямы будут занесены в СКПДИ. И по погодным условиям, при достижении устойчивой положительной температуры наружного воздуха, будет произведен ямочный ремонт. Все замечания жителей взяли на контроль, и их пообещали решить в ближайшее время.